решил снять немножко канадскую дорогу. Сегодня суббота, время 9 часов вечера. Один из самых больших хайвеев. Едем по экспрессу. Вон там самолет садится. Не знаю, получится его поймать, не получится. Наверное, не увидно. Скорость потока где-то сейчас 100. Почему-то все замедлились. Будем просачиваться. Большое зеркало. GPS. Еще одно зеркало. Можно немножко перестроиться. Дать тем, кто сзади хочет ехать. Едем 125. С правой стороны аэропорт. Коллектор.
грузовики здесь тоже довольно скоростные и очень длинные. Меньше 100 в основном никто не ездит. Скорость потока, вот я 120, я особо никого не догоняю.